Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». В финале Самарского кубка Третьяка среди юношей 2006 года рождения сражались Салават Юлаев из Уфы и Ижевская Ишсталь. Башкирские хоккеисты с первых минут завладели игровым преимуществом и сумели преобразовать его в две заброшенные шайбы. Сверстники из Ижевска после такого удара в игру вернулись 2-2. Но повторить такой трюк еще раз при счете 2-4 у Ишстали, для которой это был второй большой турнир за месяц, просто не хватило сил. Сравняли в такой тяжелой игре, 0-2 проигрывали, сравняли вроде, выпустили первое звено и тут же буквально череда ошибок получили. Третий гол, тут же четвертый, и уже психологически тяжело было. В третьем периоде юлаевцы, как опытные мастера, довели дело до победы 5-3 и подняли над своей головой заветный кубок. Игра была напряженная, но наши настроились, тем более первую игру мы им по булитам уступили. Все-таки хотели и реванш взять, и ребята, поэтому они сами даже уже настраивались, к этому готовились. Когда такой престижный турнир выигрываешь, всегда эмоции положительные. Серебро 10-го юбилейного турнира уехало с ижевскими игроками, а бронзу завоевал «Дизель» из Пензы. Это одно из самых важных мероприятий, которые проводит Департамент физической культуры и спорта. Прежде всего, оно связано с именем легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. И когда он приезжает в наш город, это главный праздник спорта в нашем городе. Несмотря на то, что Ледовый дворец закрывается на реконструкцию, организаторы обещают, что Кубок Третьяка обязательно сохранит самарскую прописку. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!